Приставив пистолет к виску. Еще секунда, грянет выстрел. Проститься с жизнью. Почему? Все потому, что пал так низко. В раздумье курок нажать. И сразу вспомнилось другое. Как смог он совесть потерять? Немыслимо, что за такое. С юриста вроде начинал. Он стал известным прокурором. Но стал впоследствии нахал, что взятки брал с большим напором. Сколько прошло, немало лет. Ему все с рук сперва сходило. Два внука, любящий он дед. Ну а судьба потом решила. Пошли проверки, день настал, и с обыском к нему гурьбою. Что за дела? Его кто сдал? Что он пошел в разрез с судьбою? Был обыск, опись из добра, нечестно в жизни заработал. Прощай, свобода! Снись, тюрьма, он прокурор еще в погонах. Стоит с наганом в забытие, он в прокурорском кабинете. Хотя и чин на высоте, тюремный срок так обеспечен. Налив немного коньяка в стакан граненый из бутылки, как жизнь его была сладка, несет теперь он лишь убытки. Пропало все, семья, карьера. Он пистолет к виску прижал. Жизнь прокурора-миллионера в башке на дырку променял. Лежало неподвижно тело в крови на чистеньком полу. Закрыто следственное дело, а прокурор теперь в гробу. Вот такой вот стих. Это эпизод, который я вычитал в журнале. Вот такой вот эпизод одного прокурора из одних областей нашей России. Но, по всей вероятности, еще много таких есть. И судей всяких, подкупленных и так далее. Но это вот один эпизод я вам прочитал в стихотворной форме, которую я сочинил. Спасибо всем за внимание.